Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Галина, живу в Подмосковье, Истринский район. У нас сейчас середина октября 2023 года, очень холодно, каждый день идут дожди. Гортензии метельчатые уже совсем стали коричневого цвета, вот такие страшненькие. И, возможно, скоро будут заморозки, поэтому не забудьте, пожалуйста, у своих гортензий и древовидных, и метельчатых, и всех остальных видов обрезать соцветия, чтобы снег, который, возможно, скоро и пойдет, не обломал и не разломил нам полностью куст. Поэтому обрезаем соцветия. Если хотите, их выбрасывайте, там, сжигайте. Я их буду высушивать и укрывать ими свои посадки, либо чеснока, либо черенки гортензий, либо другие растения. После того, как мы соцветия обрезали, необходимо наш кустик метельчатой гортензии связать в один пучок. Но обратите внимание, связываем только после того, как листики сами отпадут, либо обрываем аккуратненько, потому что над листиками, вот здесь на побеге, находятся почки. То есть это зачатки будущих новых побегов, на которых будут формироваться соцветия следующего года. Поэтому аккуратненько ошмыгиваем все листики, оббираем и только после этого связываем все побеги в пучок, дабы избежать разлома побегов в зимний период. После того, как листья на метельчатой гортензии сами отпали, либо вы их аккуратненько сняли, и перед тем, как завязать побеги в пучок, осмотрите, пожалуйста, ваш кустик. Сейчас очень удобно увидеть либо сухие побеги, либо очень тоненькие побеги, которые нам вообще не нужны. У меня таких побегов нет, потому что я делаю корректирующую обрезку еще в начале лета, когда здесь появляются вот новые побеги, и я просматриваю их и делаю обрезку. Ну вот единственное, наверное, вот такой у меня есть пенечек. Пеньки не оставляем, хотя здесь все зарубцевалось, но пеньки лучше не оставлять. Поэтому посмотрите, пожалуйста, и вот на данном этапе надо будет все вырезать. Еще раз повторюсь, все мелкие трущиеся побеги и длинные пеньки. Вот, вот обратите внимание, вот должны быть вот такие пеньки. То есть вот прям буквально над развилочкой. Тогда они затягиваются, и их вообще не будет через какое-то время видно. Вот как, например, вот так. Пеньки 2, 3, 5 сантиметров – это недопустимо. Уважаемые друзья, те из вас, кто не сможет подъехать рано весной до распускания почек на свои садовые участки, вы можете обрезать метельчатую гортензию и осенью. Но единственное, не обрезайте очень низко над почками, потому что вот эти почечки могут обмерзнуть. Если вы планируете обрезать вашу гортензию на 3 пары почек, то отсчитывайте сейчас эти 3 пары почек и делаете обрезку над этими почками выше на 5 сантиметров. Вот так делаете здесь запас, чтобы вот эти ваши почечки не замерзли в зимний период. Обрезаете, а вот эту уже корректирующую обрезку вот этого пенька вы сделаете в конце мая, когда вот эти побеги из проснувшихся почек будут достаточно длинные, около 10 или 15 сантиметров. В этот момент сокодвижение у гортензии уже не такое сильное, поэтому вы сможете вот этот пенечек обрезать. Пеньки не оставляйте длинные, потому что в начале пенька образуется дупло, и во время туманов или дождей в это дупло попадает влага, и начинается гниение в этом дупле, и оно может пройти вообще до основания нашего кустика. Кустик может пропасть. Для просушивания соцветий гортензии я их помещаю в свою теплицу. Здесь всегда сухо, и соцветия очень быстро высыхают. Для просушивания соцветий использую вот такие старые сушилки для белья. Они уже никому не нужны. И соцветия помещаю либо вот так в ящике, либо просто так раскладываю на данную сушилку. Даже некоторые ящики с соцветиями помещаю вот на нижний этаж. Здесь соцветия очень быстро высыхают. Тем более у нас в Подмосковье постоянно идет дождик. И затем высушенные соцветия использую для укрытия в зимний период других растений. Вот здесь на двух сушках для белья у меня расположились соцветия только от половины моих гортензий. Часть еще гортензий я не обрезала. И хотела вам показать соцветия от нескольких сортов метельчатых гортензий. Вот, например, это соцветие от гортензии Wim's Red. Посмотрите, какое чудо. Что у меня еще здесь есть? Посмотрите, а это пастель грин.
Вот они даже в коричневом состоянии, и то необыкновенно красивы все соцветия. А это? Это граффити. Посмотрите, какое чудо. А это маленькая малышка Литл Рози. Смотрите, она маленькая, и какие у нее огромные цветочки стерильные. А это Стар Роуз. Ну и, конечно, самая необыкновенная, наверное, гортензия этого сезона. Посмотрите, это моя красотка Бонфайр. Вот с такими огромными несимметричными цветами. Очень красивая.